мне хочется продолжить работу с Сашей, потому что впереди основные соревнования — Олимпиада в Сочи. Он начинал заниматься вместе со всеми такими же ребятами, всегда ставил перед собой какие-то цели, как в учебе, так и в спорте. Он всегда был в лидерах. Даша хорошо идет, да? Вот хорошо очень пишет. А Ваня не толкается сразу. Да. Повышенно достать Олегу, конечно, не доталкивается ногой. Воспитав на высшие олимпийские награды своего воспитанника, я, конечно, приобрел и опыта очень много. Хочется его реализовать с младшими, с другими. Они приходят такие маленькие, растерянные. И мне каждого по-матерински хочется обогреть, обласкать. У меня многие ребята становились хорошими футболистами, хорошими борцами дзюдо. Некоторые из них становились просто хорошими пограничниками, там, офицерами большими. В первую очередь хочу, чтобы они стали людьми, хорошими людьми, добились в жизни успехов.